А вот это звездки подей 100-годовой давнины. Выстава, присвеченная Кастрышнинской революции, открылась в Минске. Особистые речи, фотосдымки, дзённики и узнагороды удельников подей минулого стагодия со сбором Национального исторического музея. На церемонию открытия прибыла делегация Шанхая, представники музея первого съезда Компартии Китая. Основная мета нашего визита – наведывание Национального исторического музея и Дома музея первого съезда РСДРП. У первую чергу, потому что сотрудничество Компартии Китая и Советского Союза было очень тесным на протягу многих годов. Мы надаем великую значность подеям осени 1917 года. А кроме того, мы ведаем, что Беларусь – это краина-герой и Минск – город-герой у Другой сусветной войне. Уличиваючи ваше героичное минулое, мы жадаем только светлой будучини вашей краине и сподяемся на совместные проекты. Очень приятно, что сегодня присутствуют наши китайские коллеги, именовито с музея первого съезда Коммунистической партии Китая, уличиваючи ту околичность, что у 2021 году будет 100 год с дня основания Коммунистической партии Китая. И этот музей, он очень так рыхтуется для этих подей, тем более, что я был в этом музее в Шанхае, очень хорошо ведаю его экспозицию. Это, саправды, уникальный музей, который рассказывает историю Коммунистической партии Китая. В экспозиции представлены и узоры одения германских и российских войск, периодичные выдания, которые выходили в Минску 100 лет назад, а так само плакаты и грошовые знаки.